Приветствую вас. И вы знаете, я посмотрел, вы задавали такой вопрос уже какое-то время назад, и вам мой коллега на него отвечал, вы даже сделали его ответ лучшим, то есть он вам ответ, я имею в виду, помог. Но сейчас вы задаете точно такой же вопрос, разве что чуть-чуть по больше информации, но в принципе смысл вопроса тот же. Я не могу не спросить вас о том, что изменилось с того момента. То есть, даже не так, не что изменилось с того момента, это не совсем корректный вопрос. Я прошу вас так, что произошло, что ответ моего коллеги больше не кажется вам ну, сколько-нибудь правильным. Если вы задали свой вопрос в ночь, значит, ответ моего коллеги вам не помог, и проблема все равно осталась. Ну вот и давайте подумаем. Раз вы ответ моего коллеги оценили тогда, значит, он вам что-то принес. А теперь получается, что проблема у вас все равно в наличии. Так, что же с вами случилось? Почему вы задаете один и тот же вопрос, и вы ведь не думаете, что получите на него какой-то другой ответ, верно? Тем не менее, я постараюсь ответить на то, что вы пишете, потому что на предыдущий вопрос ваш я не отвечал. Действительно, нельзя выбирать между своей мамой и молодым человеком. А ваша мама не права в том, что она ставит вас перед таким выбором. Но я бы рекомендовал вам не забывать о том, что она беспокоится за вас, переживает за вас, хочет вам счастья и боится, что ваш молодой человек причинит вам боль, обидит вас как-то и так далее. И поскольку она, ваша мама, уже взрослый, состоявшийся человек со своими устоями, взглядами, целями, стремлениями и идеалами, то вам ее не переделать. Вам не переубедить ее, по крайней мере, словами, в том, что она не права. Но вот показать ей, что вы счастливы с этим молодым человеком, значит, со временем смирить ее с тем, что вы все-таки сделали свой выбор. То есть, если она вас любит и хочет вам счастья, то со временем, при вашем последовательном показе ей, что вы действительно счастливы и встретили того самого человека, она смирится и примет его. Конечно, сгребя сердце, конечно, спустя время, конечно, не полностью, конечно, с постоянными подозрениями, но примет. Выбора у нее не будет, особенно если она будет видеть, что вы счастливы. Но если она по какой-то личной своей причине не желает принимать этого молодого человека, то получается, что о вас она не думает. А раз о вас она не думает, значит, и прислушиваться к вашей маме подавно не стоит. То есть в любом случае вам нужно быть со своим мужчиной, если вы его любите и видите, что он любит вас. А мама? Мама либо примет его со временем, либо нет. На самом деле, никакого выбора между ними делать не надо. Потому что ваша мама, она так и останется вашей мамой. Она никуда не денется, она не уйдет, она не перестанет быть вашей мамой. А вот молодого человека потерять вы можете. А с ним вы можете потерять и свое счастье. И надежду на дальнейшую счастливую совместную жизнь, на семью и так далее. Поэтому я думаю, что вам нужно больше внимания уделять молодому человеку. А мама со временем смирится, если увидит, что никакой угрозы
он вам не несет. Но не нужно обострять ситуацию. Не нужно допекать вашу маму. Например, не нужно специально приглашать молодого человека в гости. Например, не нужно устраивать им встреч и так далее. Это вряд ли принесет вам что-то хорошее. Как вы встречались с ним, так и встречайтесь. Думайте о совместном проживании, об отдельной площади, где мама не сможет вам мешать, и бойтесь настроения, и так далее. То есть думайте о вашем будущем, думайте о том, как вы будете жить вместе дальше. И когда мама увидит и поймет, что у вас все серьезно, когда она увидит и поймет, что вы по-настоящему дорожите своим молодым человеком, а он дорожит вами, когда она увидит, что вот все, вы уже как бы с ним живете, когда вы готовы или готовы переехать, у нее будет выбор. Либо принять ваше желание, вашу жизнь и жить с вами в относительном согласии, либо не принимать и жить вне согласия. Это ее выбор будет. Но это выбор ее, а вам свою жизнь из-за выбора вашей мамы ломать не стоит. Тут нужно сказать, что для своего родителя вы всегда будете маленьким ребенком. И ваша мама по-прежнему считает, что вы тот самый маленький ребенок. И раз вы для нее маленький ребенок, это значит, что самостоятельно решение принимать вы, по ее мнению, не можете. И она считает, что молодой человек просто-напросто задурил вам голову. Ну, это же не так, мы это знаем. Но вы не докажете это только со временем и только поступками. Только поступками и, что самое главное, отсутствием реакции на ее негативное поведение. Видите, что мама обижается, когда вы идете на свидание, совершенно спокойно на это реагируете. Вообще не обращайте внимания на это. Видите себя так, как будто ничего не произошло. Вообще. И тогда ваша мама поймет, что вас это не волнует, что вы четко знаете, что вы хотите, значит, не сомневайтесь, значит, у вас есть полная уверенность. Если ваша мама поймет, что у вас есть полная уверенность относительно того, что вы делаете, то и у нее появится уверенность, что у вас все в порядке и волноваться не зачем. Это при наличии любви к вам даст вашей маме начало как раз таки того, чтобы смириться с тем, что вы делаете. Как мы уже сказали, если любовь отсутствует, то ваша мама преследует скоростные цели, не принимая ваш выбор. Но в этом случае нужно думать о себе вам в первую очередь, а не о ней. Ваша мама не права, если она думает о вас в коротком контексте. Пожалуй, на этом можно закончить ответ на ваш вопрос. Надеюсь, он поможет вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.